Юля Волкова, одна из солисток группы «Тату», несмотря на свой молодой возраст, уже дважды мама. Первый мой ребенок, Вика, я рожала чисто для себя. У меня не было никакой мужской поддержки. Я приехала к Ленке и говорю: «Лен, что делать?» Ленка мне говорит: «Юль, деньги у тебя есть? Нянь всегда наймешь. Всегда родители помогут. Всегда сможешь обеспечить, всегда сможешь сама». Я очень рада, что я родила Вику. Да, с папой отношения не сложились, но я ее не планировала. Я рожала ребенка для себя. Мне было 18 лет, как бы я поставилась, я думаю, молодая, ничего страшного, рожу, буду действовать дальше. Сейчас этот ребенок, как бы я его родила уже действительно в семье, осознанно, Парвиз как бы рядом. Ты сидишь в углу и плачешь. Несмотря на то, что вторая беременность Юлии Волковой была запланирована и ожидаемая, на работе это никак не отразилось. График был сумасшедший. Надо уметь все делать совмещать. И у нас был огромный тур по Казахстану, мы ездили с концертами. Всю мою беременность мы писали два альбома, английский и русский. Да, и вот сейчас, кстати, у нас в конце апреля планируется выход русского альбома. В конце, вернее, в середине марта у нас сейчас выходит наш макси-сингл и песня «Белый плащик», и бесконечное интервью, и эфир. И вот сейчас мы летим опять в Америку снимать клип уже новый. Следующий. Уже следующий, да, в марте-апреле у нас планируются уже какие-то концерты, там 10 или 12 шоу. То есть это все идет как бы в процессе, да. И вот сейчас вот мы в Америке начинаем живые репетиции голосовые, чтобы готовиться как бы к этим шоу. В общем, как бы работа в любом случае кипит, но точно так же у нас есть место и время для того, чтобы быть также с семьей, дома отдыхать, и время посвящать себе.